Это сейчас они спокойно принимают награды, но волновались перед самой проверкой, как в школе, на выпускных экзаменах. Перед диктантом все правила из головы вылетают, сомневаюсь над самым банальным словом, хочется везде запятые, тирешки, двоеточие поставить. Я на самом деле очень обрадовалась, когда мне позвонили, потому что я не ожидала почему-то. Несколько подразделений вуза, в том числе факультеты филологии и журналистики, задействованы в организации тотального диктанта. Помогали волонтеры, затем трое суток филологи проверяли диктанты. Но главное, что были те, кто захотел прийти и не испугался трудностей. И тогда мы собрали первый год 400 человек. А в этом году у нас уже было 1200 человек. Какие мы с вами вместе молодцы. Первоначально отличных работ выделили 13, но Людмила Житкова, радиотехник по образованию, была уверена в своей правоте. И опротестовала результат, как оказалось, не зря. Филологи согласились с доводами. Теперь отличников 14.